Последние дни такая интересная вещь происходит. Звонят знакомым люди, которые живут на Рублевке и недалеко от резиденции Путина. И говорят, кошмар, у нас ПВО практически во дворе. Пишут мне из Москвы знакомые, все, уезжаем, больше ждать нельзя. Край, скоро нам сюда прилетит. И все эти люди, все эти месяцы прекрасно владели информацией о том, что творится в Украине, как там погибают гражданские, какой там беспредел. У многих друзья из Украины, знакомые, довольно у многих няни из Украины. То есть владели информацией все это время. И вот только сейчас, когда, возможно, прилетит, как они считают им, они впали в панику. Вот эта душевная глухость есть, конечно, огромная часть нашей сегодняшней общей беды. Последние дни такая интересная вещь происходит. Звонят знакомым люди, которые живут на Рублевке, и недалеко от резиденции.